В Опасово Международный день защиты детей 1 июня, несмотря на холодную промозглую погоду, прошел детский сабантуй, организованный Опасовским муниципальным районом. На Майдане, сменяя друг друга один за другим, выходили хореографические коллективы, пели песни, соревновались в спортивных состязаниях. В торжестве принял участие вместе с главой Опасовского муниципального района Рашидом Загидуллин и депутат Государственного совета Республики Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В любое время года, и летом, и весной, и зимой, каждый раз у вас есть что посмотреть. И это очень хорошо, что сегодня вот здесь, на Майдане Сабантуя, собралось большое количество и детей, и родителей, и большое количество гостей. Это говорит о том, что у нас есть объединяющие силы. Сызгыл шулай узыгызның туған жерінің яратырға Құдайтағарай ассын. Исәнік саулық сізге. На бұл матур бейрам білен сізді құтлайым. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником, который из года в год проходит именно на этой площадке. Ректор Казанского университета вручал подарки детям, звучали напутственные слова будущим вершителям судеб Опасовского района, а также благодарность и признательность их родителям за воспитание достойного поколения, верных памяти предков и продолжателей традиций своего народа.